Вы знаете, вот мы на своей партии дела, куда я вхожу, кстати, в Федеральный совет, мы решили в этих выборах специально не участвовать. Потому что, а что они решат, эти выборы? Ну, получите вы места муниципальных, областных депутатов, ну, даже губернаторов. Но дело в том, что сама политика создается на общенациональном уровне. Там задаются условия, которые делают жизнь в стране невыносимой. В Российской Федерации невозможно строить промышленность, невозможно нормально строить дороги, невозможно нормально вести дело, не люблю слово бизнес, дело. Мы должны, ну, станем мы губернатором, а что мы решим? Мы решим проблему территории? Нет, конечно, потому что все, источник проблем в центре. Если у тебя в корабле, на корабле, собственно говоря, отсутствует центральная команда, центральное управление, если безобразные капитаны, офицеры судовые, то ты можешь сколько угодно занимать там руководящие места там, в трюме, в машинном отделении, ты не, курс корабля ты не поменяешь. Так что это, скорее всего, отвлечение внимания, на самом деле. Вот там оппозиция. Занимайтесь вот этими мелкими делами. И все. То есть на малых делах ты, Родину мы уже не спасем. Надо говорить об этом совершенно честно. Надо вообще решать кардинальные вопросы. Вообще, куда стране идти? То есть, ну, то, что называется там Российской Федерации, да, участок территории, надо ее вообще превратить в полноценное государство. Наметить вообще рубеж, движение, куда мы идем. Потому что ясно, что то, что сейчас создано, оно будущего не имеет. СССР погиб, да, но Российская Федерация это живой покойник. Надо вообще превращаться во что-то живое. Так что 8 сентября я советую вообще не обращать внимания, это просто забивание информационного пространства.